есть ли какие-то вещи, не знаю, за которые ты могла бы отдать все свои награды? Нет, все свои награды я ни за что не отдам. Ну как? Нет таких вещей. Когда приехали с шоу, нам вручили ордер на осмотр квартиры, то есть можно было сходить, посмотреть, нам там в хорошем районе, в таком достаточно, но жилье там социальное и, ну так, среднячок такой как бы. Мы сходили, посмотрели, но там район нам понравился, поэтому мы решили сразу не выпендриваться, как бы согласились на это жилье. И нам сказали, что да, мы вам подтвердили, сумму мы вам скажем. То есть скажем сумму? Да, то есть нам, получается, его надо будет купить. Хотя мне столько раз обещали, что как бы будет тебе, ну как, подарят. Насколько я знаю, подарки как бы не покупают. То есть квартира в подарок? Ну это да, конечно, так неожиданно немножко. Все активно очень началось, все, что вокруг меня происходит, и... Там действительно на катке просто вот. У нас уже на Хрустальном, там в пределах километра уже, наверное, машину негде поставить, потому что там приезжают всякие малыши, все на машинах, и вообще там уже невозможно стало. Свой вклад чувствуете? Да. В интернете очень много картинок с вашим изображением в стиле аниме. Японцы вас очень полюбили. Как вы к этому относитесь? Мне это очень нравится. Ну, видели себя, готовы ли, может, какой-то клип или мультик с своим участием? Насколько я знаю, мультик там уже какой-то даже есть. Прикольно. Они все такие прикольные штуки рисуют, мне нравится.